14-м микрорайоне появилась настоящая космическая станция. Игровая площадка предназначена для детей от 3 до 14 лет. Правда, пока она еще закрыта. Рабочие завершают ее установку. Сейчас этап завершения работ детского игрового комплекса, называется «Космос». Через пару дней здесь уже все готовое оборудование будет. Все оборудование современное, выполнено из безопасных материалов. Всего по городу в 9 микрорайонах появится 14 новых игровых комплексов. У каждого своя тематика. В 4-м микрорайоне «Кит», в 7-м «Замок принцессы», в 12-м «Самолет». У нас заключено 3 муниципальных контракта. Соответственно, выбрали 3 работы, 3 подрядные организации. А кто-то строит, производит строительные монтажные работы на 5 объектах одновременно, кто-то на 8, а еще подрядная организация выиграла один контракт, где один объект. В настоящий момент на 3 объектах уже установлены малые архитектурные формы и детские игровые комплексы. Карусели, горки и качели будут не основными элементами. Также на 7 площадках установят спортивные снаряды для любителей здорового образа жизни. На таком этапе, как здесь, на данном объекте, у нас выполнен 4-й микрорайон, 7-й магазин «Сатурн», установлен 1441 и ведем работы по адресу 1420. Монтажные работы проводятся и в будни, и в выходные. За 2 месяца рабочие столкнулись с проблемой скопления осадков, но быстро справились с ней. На многих площадках будут поднимать грунт, чтобы во время дождей не было потопов. Предполагается и современное травмобезопасное покрытие. На детских площадках будет, что не очень немаловажно, это установлено, устелено травмобезопасное бесшовное резиновое покрытие, которое составляет 20 мм. Также будут установлены детские игровые комплексы. Малые архитектурные формы, будут также устройства озеленения, видеонаблюдения, освещения. И впервые в нашем городе будут установлены LED-панели, видеоэкраны. Всего экранов будет 10. Они предназначены для просмотра мультфильмов и развивающих программ. 9 детских площадок подрядчики обещают сдать в конце августа, остальные в сентябре. Сабина Лимарова, Данила Индюков, новости Губкинского.